Итак, что же у нас получают наши спортсмены до и после футбольного лагеря? До они получают комплект нашей фирменной футбольной формы, а после начинается самое интересное. Мы обязательно общаемся со всеми родителями для того, чтобы они получили обратную связь от нас. Мы обязательно общаемся с каждым игроком лично, даем им, даем нашим юным футболистам оценку их навыков, да, какие-то рекомендации, над чем работать, какие-то бывают и, возможно, рекомендации по позициям. И в конце, где-то в течение недели у нас родители получают личный профайл, в нем результаты тестирования, которые мы обязательно проводим на футбольных сборах наших, и оценка навыков физических, технических, ментальных, да, социальных факторов. И наши рекомендации по индивидуальной работе, то есть над чем конкретно работать, в каком объеме, то есть каким навыкам нужно обязательно уделить внимание.